Я уже давно в модельно-танцевальной тусовке. Достаточно для того, чтобы меня уже все узнали. Но сама я пока не могу определить свой уровень, свой потенциал. И для того, чтобы это все узнать, мне нужно все попробовать и все испытать. Неожиданно жизнь повернулась так, что я оказалась перед очень жестким выбором. Но это, по-моему, мне неплохо. Когда все спокойно, человек раскисает. А я люблю остроту и напряжение. И в этом моя сила. Для того, чтобы выделиться из толпы обычных девочек-танцовщиц и актрисок второго плана, необходимо делать так, чтобы тебя запомнили. Я готова сделать многое для того, чтобы стать известной и знаменитой. Я хочу быть звездой, и я и стану. В предыдущей серии арт-директора клуба взбесило, что Ксения пытается успеть все и везде. Танцовщица получает серьезный выговор. Настроение девушке поднимает новый бойфренд. Друг Вадима умоляет Настю дать влюбленному еще один шанс. Но Вадима сбивает машину, и свидание откладывается. Таня, возвращаясь под утро из клуба, в подворотне знакомится с парнем. Зная, как мужчины реагируют на танцовщиц, девушка представляется медсестрой. Я от боли не могла и слова произнести. Иногда для того, чтобы путь к славе стал короче, необходимо эпатировать публику, шокировать, удивлять. У нас проблемы. Какие проблемы? Рушится все. Я подозреваю, что что-то происходит по-настоящему серьезно. Сегодня Коля уехал из дома ни свет ни заря, по делам. Договорились с ним встретиться в кафе. А я сижу, его жду час-два, его все нету и нету. Что за фигня такая? Коль. Я что-то не понимаю, что происходит. Я занят, Настя. Я тебя сижу, жду. Вот что значит занят? Я никогда Колю столько не ждала. Он никогда не сбрасывал трубки, не разговаривал со мной подобным тоном. Я думала, когда он придет, я его просто вот расшибу. Чего ты мне названиваешь, Настя? Слушай, ну вообще-то мы с тобой договорились встретиться. Я говорю, я занят. Значит, я занят. Мне сложно понять? Подожди, я тебя понимаю, но ты мне сказал, что мы с тобой встретимся. Дети, я сижу, жду 4 часа уже. Я просил подождать. Ну сколько я подождать? 4 часа? Я тебе буду ждать 4 проблемы. Часа. Что ты орешь? Я говорю, у нас на полтона проблемы. Ниже со мной разговаривай. Я пытаюсь тебя донести, что у нас проблемы. Что случилось, Коленька? Проблемы в бизнесе огромные. Какие проблемы? Рушится все. В смысле рушится? В прямом смысле. Ну поясни, я не понимаю. Долго пояснять. Ну, ладно, может, ты поймешь. Тебе... Ладно, извини. Все, я ушел. Коля мой мужчина еще тот. Таких, как он, один на миллион. Он всегда выходил сухим из воды. И сейчас я его в беде тоже не брошу. Чем интереснее у тебя костюм для выступления, чем чаще ты меняешь наряды, тем лучше публика тебя принимает и выше оценивает начальство клуба. Конечно, покупка костюма – это недешево, но я на этом не экономлю. Таня? Привет! Какими судьбами? Слушай, у меня хорошее настроение. Давай разойдемся по разным углам сразу, чтобы не ругаться. Таня, ну ты что, насчет той ситуации все еще злишься? Это же рабочие моменты. Вести себя как суки – это рабочие моменты, да? Не охренел, ты смотришь на меня. Вы ты что, попроще сделай. А тебе? У вас крыша поехала? Это у тебя что? Поехала, ты пошел вон отсюда. Девочки, вон, вы истерички, идите все в задницу. Ага. Ладно, Таня, давай не будем ссориться. Лучше расскажи, как у тебя дела. Смотрю, костюм пришла выбирать, нужна работа новая. Блин, работы новой нет, но сделали хорошее предложение. И если будут там работать, нужно будет обновить мне костюмчики. Вот пришла посмотреть, подобрать что-нибудь. Да, я тебя так рада. Хочешь, я тебе помогу выбрать что-нибудь? Хочешь, я тебе помогу? Я смотрю, ты столько набрала. Давай друг другу поможем. Давай. Дорогие, наверное, костюмы. Ну, знаешь, не дешевые. Но тебе вот это будет очень хорошо. Спасибо, я подумаю на самом деле. Я за один раз могу... костюмов 5 купить. 1030 отдать – это не проблема. Но многие девочки не могут себе такого позволить, потому что снимают квартиры и оплачивают их. Вот и удивилась очень, когда увидела Таню в магазине «Go-Go». Перекрутились все. Трусишки большие. 90 проблема. Ну, серьезно, они огромные. Их можно, знаешь, здесь бузил завязать. Их можно вот здесь распороть и вот так подшить, и будет вот так нормально. Ну, ты будешь заморачиваться. Ой, это же 3 минуты. Заморачивай. Или потратить еще несколько дней, чтобы найти хороший купальник, или заморочиться на 3 минуты и перешить трусишки. Мне кажется, это очень просто. Но не того не стоит, чтобы их перешивать.
Танька, она вообще отходчивая. Ей воевать с коллегами ни к чему и даже вредно. Она же за все хватается, куда ни придешь, везде она. Как бульдозер прет, как экскаватор роется. Поэтому у нее сейчас статус не тот, чтобы нос задирать. Ну что, ты что-нибудь брать будешь? Да не, не буду. У меня с деньгами сейчас не очень. Я лучше потом заеду, возьму. А ты все это будешь брать? Ну, в чего бы и нет. Слушай, так тебе работа нужна? Блин, да работа всегда нужна. Поехали сегодня со мной на фотосессию. Может быть, там что-нибудь получится. А нам хорошо платят? Платят сильно больше, чем обычно. Таня! Тань, здравствуйте. Ой, Митя, привет. Обалдеть. Который раз вместе здесь пересекаемся, встречаемся. Ничего удивительного. Просто мы живем в одном районе. Вчера мы виделись тоже где-то здесь. Ну поэтому... что, город огромный. Ну что? Москва огромная. У меня 200 знакомых, и то так не пересекаюсь. Таня, это судьба. Ой, какая судьба? Таня, это судьба. У вас есть пара минут? Ну да, в принципе, есть. Есть? А вас можно кофе угостить? Ну, если только кофе, больше только ничего кофе. Я не рассчитываю. Нет, конечно, только кофе. Тем тут. Иногда я верю в судьбу и мистические совпадения. Но при встрече с Митей у меня вот сердце прям не забилось. Я считаю, что это просто обычное совпадение. К тому же мы живем рядом. Я не понимаю, почему он так завелся сразу, что это судьба, судьба. Да никакая он мне не судьба. Митя все шутил, пытался мне понравиться. Но неужели он не видит, что он абсолютно мне не интересен? Да и мутило меня так, что я поскорее хотела от него отвязаться. И все три скорой помощи, они уехали вокруг дома и никого не дождались. Не очень весело тебе, я вижу, да? Что не важно себя чувствовать. Ты же врач, подскажи мне, что это. Да? А где болит? Где? Живот у меня болит. Здесь. Живот? Можно я присяду? Так, живот где именно? Ну, вот тут, между ребрами. Солнечное сплетение где-то, да? Так. Так больно? Не больно? Ну, внутри как-то болит. Внутри болит, да? Ну, это просто переутомление. Это отдыхать надо. Работы много, да? Угу. Надо отдохнуть, отоспаться просто. Пару дней. Тогда я пойду домой и лягу спать. Посплю перед работой, если не ночную смену. Ладно, все, хорошо. А я, так, визиточку свою дам. Я врач. Я врач, мне нужно позвонить, отчитаться, как самочувствие, как что. Да? Хорошо. Ладно. Может быть, позвоню. Работа бывает разная. И съемки бывают разные. Сейчас я нарабатываю себе имя, потом имя будет работать на меня. Иногда для того, чтобы путь к славе стал короче, необходимо эпатировать публику, шокировать, удивлять. Теперь мне нужно еще маечку испоганить. Угу. На маечке, значит, соответственно, пятна непонятного органического происхождения. Ты с кем дралась-то? Со всеми подряд. О, отлично, спасибо. Так, значит, маслицем, значит, да, сейчас будет холодно, прекрасно. Значит, маслицем обрабатываю. Сиськи. Ручки, шею, чуть-чуть по лицу, чтобы был пот. Я первый раз лицезрела себя в таком внешнем виде. Честно говоря, мне понравилось. Я ощутила себя неким извращенным сексуальным объектом, над которым провели ряд особо жестоких экспериментов. Что я сейчас думаю? Я смотрю на соперника или как? Ты не думай, ты почувствуй. Думать не надо. Расскажи мне какую-нибудь историю. История очень простая. Вот представь себе, тебе сейчас дают вот сюда телку второй, говорят, если ты ее убьешь, ты останешься живой. Если она тебя убьет, она останется живой. Молодцы, поехали. Раз, два, три. Что ты будешь делать? Ты будешь не разговаривать, смотреть на нее? Ну, нет, не верю. В меня раз, ага. Еще. О, можешь же, когда захочешь, о. Я впервые участвовала в подобных съемках, но считаю, что опыт удался. И, возможно, что буду продолжать работать в стиле трэш. Значит, смотри, ты сейчас берешь, аккуратненько делаешь глоточек, не глотать. Ага, хорошо, девочки глотают, ты сейчас не глотаешь. Вот. И на счет раз, два, три, вот в этом заломе, который вот был крайний, да, тихонечко так, раз, и ослабляешь губу, чтобы потекло, да, причем с этой стороны. Да?
Готово? Так, рука выше пошла, рука выше пошла, выше, выше, ага. Вот больше вот. Ага, вот, хорошо, молодец. Чуть ровнее голову, голову ровнее, ровнее, ровнее. Ага. О. А, вот еще два. А, вот, молодец. Кровь на вкус была спиртовая. Мне кажется, что я даже опьянела немножко. Вы что снимаете, Ксюша? Танюшка, успокойся. Это то, что вызывает бурю эмоций и наслаждения, я тебе отвечаю. Крыша поехала. Не, я что-то не подписывала. Снимать это ты не сама. Я сначала жутко напугалась, когда увидела, как Ксюша блюет кровью. Это было просто ужасно, и я сразу же хотела отказаться от съемки. Эй, ты сейчас зеркало видела вообще? Знаешь, это такой кайф. Вот где ты еще сможешь так себя повести, трешово? Ой, пипец, я не согласна. Я тоже сначала думала, что мне будет противно, серьезно. Но когда я поняла, попробовала, до себя можно поплевать. А тебе реально нос поломали? Да. Теперь я смогу. Ходить со сломанным носом. Из меня и Татьяны Скаковской будут делать вот этот вот шматок мяса, вот чтобы лицом меня вот таскать по этой кровище, вот этой грязище. Да просто вот никогда в жизни я на это никогда не соглашусь. Это ужасно. Таня, смотри, в общем, я тебе за эту работу предлагаю бабла, нормально так, и славу. И ты не будешь работать в своих подмосковных клубиках, на окраинах танцевать и копеечки получать. Пипец. Давай, соглашайся, это круто. Эксперимент. Я не могу на тебя смотреть вообще, это ужасно. Я сейчас посмотрю на тебя. Где гримироваться? Я тебя обожаю. Но в конце концов, деньги творят чудеса. Ну вот так вот, если подумать, то ну что такого вот в этой театральной крови, в этой искусственной грязи? Тем более, это реально оригинальная, прикольная съемка, на которую просто невозможно не обратить внимания. И, конечно же, я решила попробовать. Точку остановки еще раз. Чуть ниже кулак должен быть. Молодец. Вот, все, запомнила. На раз, два, три, резко с выжиманием бинта. Раз, два, три, эть! Yes. Когда я дралась с Ксюшей, я в какие-то моменты уже не понимала, вот где у нас игра, а где реальность. Потому что настолько сильно Ксюша в меня вцепилась, что у меня просто на теле были не искусственные ссадины, а настоящие синяки и царапины. Сучка! Работать на этой фотосессии оказалось гораздо увлекательнее, чем я думала изначально. Но намного сложнее, чем работа на обычных съемках. И эта фотосессия у меня высосала просто все силы. Мы с Колей муж и жена, хоть и не расписаны, вместе уже 6 лет. И мне сейчас не до развлечений, мне бы семью спасти. Я знала, Вадим поймет, ведь он же не дурак, а я бы с дураком не связалась. Привет. Привет. Да так, не очень. Что случилось? Я хотела тебе сказать, ну, это серьезно на самом деле. О чем? Что я все-таки остаюсь с Колей. У нас вообще очень серьезные проблемы и... Какие проблемы? Которые мне нужно решать, я помогать. Я могу решить. Ему. Что ты можешь решить, я Вадим? Могу да решить ну, бред. Все. Зачем тебе что-то решать? Ну, потому что... Поехали на Кубу. У меня есть домик на Кубе. Это полная свобода. Нет, я не могу. Поехали. Нет, я не могу, извини. Почему? Потому что мой муж, понимаешь, мы с ним 6 лет вместе. Муж. И тут на самом главном... А я предлагаю тебе... Бьется грудь. Кольцо. Кольцо? Зачем мне я кольцо? Я официально женюсь на тебе. Ты не будешь хочу. Моей женой, я буду будить тебя утром. Нет, не могу, нет. Я, конечно же, знала, что меня Вадим любит, но не настолько. Чтобы он меня замуж позвал, я чуть с ума не сошла. Ты понимаешь, Коля, мой муж, мы вместе муж? 6 лет. И тут я... Годы вижу... — это не показатель, Анастасия. Я предлагаю что? Тебе Кубу, как свадебное путешествие. Я предлагаю тебе кольцо. Я... Да какая нахрен кольцо? Ты понимаешь, я сейчас сойду с ума. Зачем ты надо мной издеваешься? Мне и так плохо, понимаешь? У меня разрывается тобой. Сердце. Слушай, если я издеваюсь над тобой, делай как хочешь. Все, я пошла на работу, блин.
Меня с верного пути не собьешь. И если я что-то решила, Вадиму придется принять мою точку зрения. Я приехала на съемку совершенно без сил. Сперва проблема у Коли, потом серьезный разговор с Вадимом. Я думала, как себя настроить. И решила себя настроить по-боевому, через Ксению и Таню. Подумала, оттянусь на них, может быть, через злость заведусь. Настя, мы сейчас делаем групповую сцену с девчонками, потом они будут разгонироваться, и мы работаем с тобой. Все. Групповая сцена, они вымаливают у меня прощение, да? Нет, вот я по голове. На морде прям совсем. Слушай, фу, девочки, по морде. Закончили. Ну, конечно, я девочка. Закончили. Мне мама сейчас не снимает, пусть она закроет свой рот. Чё? Настя, расслабься. Я не буду с ним снимать, она мне закрывает рот. Я сейчас как дам ей снаги, она улетит прям с первого. Отлично, вот это будем снимать. Все, поехали. Да? Пускай на сиськи покажу. Жопу покажу. Пустим. Ну, кожу показать, на, посмотрим. Все, цирк окончен? Да. Молодцы, работаем. Настя, сучка. Вот кто она такая, чтобы так себя вести? Залетела, начала орать. Вот если она себя не уважает, пусть научится уважать других. Появление Насти меня просто взбесило. Я была в ярости, старалась, конечно, вида не подавать, но мне безумно хотелось лицом ее в этой грязи повалять. Ближе, 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 ближе. Задницы ближе. Задницы ближе друг к другу. Еще. Настя, положи руки на голову. Ласково. И прям нежно. Как будто хочу. Ласково и нежно. Все, Женя, надоело. Мы, по-моему, сняли этот кадр. Все, девочки, давайте, до свидания. И давай я буду все-таки сниматься одна. Это не надо только нас прогонять, ладно, мы сами уйдем. Хорошо, ходи, уходи в камеру. Девчонки, спасибо. Созвонимся. Вот мне еще и там, смотри, как хорошо. Удачи. Давай. Бай-бай. То, что я в тебе ценю, я никогда не сдаюсь. И даже если я разозлюсь, я все равно добьюсь своей цели. Они как эти две коровы, им показали вон, и они пошли вон. Блин, я не понимаю, что за ерунда? Бесит меня вообще. С какого хрена она пришла и начала командовать? И Женя ее слушает. Блин, Женя, извини за поведение. Вообще не хотела. Настроение плохое. Поругалась с Вадимом, со своим мужчиной. Поехала крыша. Не хотела тебе сорвать правду, сори. Вот я как раз злая, используя мое настроение прям как хочешь. Можешь меня ломать, делать там что угодно. Я готова орать, ругаться там. Хорошо, молодец. Стоять. Ниже, ниже кулак. Подбородок не так. Не моргайте. Что бы мне ни происходило в личной жизни, на работе это никогда не скажется. Я найду в себе силы, чтобы начать работать. И чтобы все было супер. Я никогда ссориться и скандалить первое не начинаю. Но если меня кто-то попытается сравнить с дерьмом и смешать с ним, то я молчать и терпеть это не стану. Отвечу тем же. Кем она себя взомнила здесь? Знаешь, с Настей не так уж легко совладать. Ой, знаешь, ну можно. Ну вот я собираюсь с ней совладать. Она мне еще посмотрит, как командовать. Послушай, она абсолютно непрофессиональна, понимаешь? Я приглашала ее на съемку. Она там нифига не сработала, разоралась, и устроила истерику и уперлась. И подставила меня перед дизайнером, понимаешь? Мне кажется, знаешь, от нее можно ожидать всего, что хочешь. Мне кажется, она показывает просто таким образом свою слабость. Она, наоборот, чувствует, что мы сильнее ее, и потом нас прогоняет. Она боится, что она просто на нашем фоне будет отдыхать, да. Скорее всего, это и так и есть. Кем Настя себя возомнила, я не понимаю. Королеву себя строит, унитазов. Надела какую-то картонную корону, которую можно вот так вот смять и выбросить. Ой, я не поняла, вы еще здесь? Я же вам сказала, ищите работу подальше отсюда. Ой, слушай, еще кто от кого будет подальше работу искать? А что указываешь-то? Слушай, я работу не ищу, в отличие от вас, меня так приглашают. Ой, мне кажется, заплатил фотографу, вот тебя и пригласил. Хо-хо-хо. А он платит нам вместо тебя. Да-да-да-да-да. Да, твои же бабки, которые ты заплатила ему. Ха-ха. Это никому такого не говорят, а над тобой посмеются. Ой, над тобой только смеются все. Еще встретимся. Нюхай пыль, ё-моё. Ой, давай, закрой дверь. Ты, что она умеет показывать. Получается, что с Настей мы объявили друг другу войну. Теперь уж посмотрим, кто кого. Настя хотела войны, она ее получит. Меня Настя так из себя вывела, последнюю кровь высосала. Вот есть же вампиры среди людей, вот Настя настоящий вампир. И я совсем даже не понимала, как я в таком состоянии смогу отработать целую ночь.
Вот у какого-нибудь менеджера у них и страховка, и больничные. А что есть у танцовщиц гоу-гоу? Вот плохо тебе, а ты все равно иди публику развлекай. Особенно, если ты уже подписалась на выступление, никто за тебя работать не будет. Таня, не понял, это что, это танцы были? Или какой-то уж у меня на сковородке вертелся? Плохо. Запомни, если еще раз такое будет, ты вылетишь сразу. Вот тебе обещанное за прошлый раз. Еще один выход, вперед. Я не могу танцевать. Что? Не могу танцевать. Ты не можешь танцевать? А что ты можешь сделать? У меня болит живот. Мне за тебя, что ли, выходить? Ну, замени меня на кого-нибудь. На кого я тебя заменю? Мне некем тебя заменить. Вперед на сцену. Да я не могу. Я не пойду. Не пойдешь? Нет. Тогда вот это штраф. И можешь забыть о постоянном контракте. Паш! Ай! Такая боль была нереальная, и мне было уже просто все равно, будет у меня работа, не будет. Я просто уже теряла сознание. А зачем мы приехали к папиному дому? Ты живешь у него некоторое время. Зачем? Потому что у меня проблемы. И для этого мне нужно жить у моего папы? Это не обсуждается. Телефон свой выключи. Не звони с него вообще. Костя, так со мной никогда не разговаривал. Слушай меня внимательно. Телефон свой выключи. Это шутка или ты прикал? Нет, это не шутка. Завтра купишь новый аппарат, новую симку. Мне не звони, я тебя сам назову. Все, давай, вылезай. Ты что, таким образом решил от меня избавиться, Коль? Нет, я тебе все объясню потом. Вообще не понимаю, что происходит, блин? Я была в шоке. Я вообще не понимала, что происходит. Самое страшное, что могло произойти. Что делать-то теперь? Ты чего здесь делаешь? Mm? Сюда пускают только работников. Ну и что, я договорился. Mm-hmm. Ну что, к тебе или ко мне поедем? Mm? Стас, что значит к тебе или ко мне? Подожди, я не готова. Да ладно, не готова. Ты привлекательная, я тоже ничего. Стас, мы с тобой очень мало знакомы, я так сразу не могу. Да ладно, да такие, как ты, всегда готовы. Так, стоп. Что значит фраза «такие, как я»? То есть из кого меня принимаешь? Ладно, хорош ломаться. Отвали ну, от меня. Не трогай меня. Ну, хорош. Я поехали. Сказала, куда поехали? С тобой никуда больше не поеду, понятно? Больше не подходи ко мне, козел. Забудь меня, понял? Козел. Дура, ты слышишь? На себя посмотри. Овца длинноносая. Мне было безумно обидно. Я думала, он тот самый принц. Он еще про мою внешность гадости наговорит. Можно подумать, что сама не знаю, что у меня нос длинный, кривой. Алло, Митя. Митя, меня везут в больницу. Что случилось? Живот. Ну, я же тебе говорил. Говорил же я тебе, ну. А ты можешь приехать? Я сейчас не могу подъехать, да, не даешь. Я на дежурстве. Я завтра приеду. Как на дежурстве, Митя, блин? Завтра приеду, я на дежурстве. Все, давай, пока-пока, пока. Мне было так жутко и страшно. Я даже не представляла, что со мной будет. Ведь я совсем в этом городе одна.